Ну что, Голема, добро пожаловать в мой мир. Возомнил себя волком. Баран вонючий. Сам Сергей Голямин вскоре выйдет из тюрьмы, несмотря на все убойные доказательства и тяжесть обвинений. А все почему? Правильно, все потому, что он слишком ценный актив для русских спецслужб и верхушки российской власти. Его биография удивительным образом похожа на биографию известного бизнесмена Пригожина. Тоже уголовное прошлое, владение частной военной компанией, решение щекотливых вопросов в Африке по захвату алмазных рудников, а также близость к первым лицам российского правительства. Поэтому киношного Голямина выпустят на свободу и наверняка заставят извиняться перед ним половину ментов страны. Этот беспредельщик окончательно обнаглеет, и его покровители еще не раз пожалеют, что не позволили ему сгнить на зоне. Просто я давно понял. Главное не обманывать себя. Мы можем носить костюмы, но мы бандиты. И другими уже не будем.